Ну и что ты здесь делаешь? Ты видишь, тут фартуки, полотенца лежат. А ты сюда зачем забралась? Объясни мне. Ну вот, конечно. Так, ну что, посмотрим, что получилось. Ух! Смотрите, какая красота. Так. Ну. Сырочек-то. Так, смотрим ежики. Это еще не все. Сейчас я приготовлю соус для них, и будет совсем другой вид. А соус будет вот такой. Сейчас покажу повнимательнее. Смотрите. Угадайте, что здесь есть. Почему он такой желто-зеленый? Вот получается вот в такой подливке. Здесь зелень, здесь чеснок, здесь орехи, здесь сметана, немножко молока совсем. В общем, вкуснота нереальная, я вас уверяю, поэтому сейчас я ставлю на медленный огонь и чуть-чуть протушу в этом соусе. Сметана домашняя не сворачивается для тех, кто в танке. Ну что? Вкуснятинка. Смотри, наши кабачки с тобой.